полуостров Южного Копыта. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня мы продолжаем прохождение Star Stable Online. Так что устраивайтесь поудобнее, наливайте чаёчек и давайте начинать. Резко неожиданно нам позвонил Джеймс. Что-то ему от нас нужно. Давайте же возьмем трубочку. Катастрофа! Поторопись сюда! Почему ты все еще читаешь? Это очень важно! Поторопись! Поедь в Форт Пинто и поговори с Джеймсом. Самый быстрый способ отправиться из Серебряной поляны в Форт Пинто – это использовать коневоз. Но можно добежать и вручную. Почему так долго? Здесь все разваливается. По крайней мере, это начало конца для моего бизнеса. А ты так медлишь. Ты не получишь никаких чаевых, Джессика. Катастрофа, Джессика. Ты должна мне помочь. Что случилось? Маяк на полуострове Южного Копыта погас. Это хуже ужасного. Никакое туристическое судно не смеет прийти в Форт Пинто, если маяк не светит. И если не будет туристов, то я не заработаю никаких денег. О, как жаль меня. Связаться с охранником маяка и спросить, что случилось? Но я ведь не так глупый, конечно, я уже звонил ему. И много раз. Но никто не отвечает. Наверное, что-то произошло. Ты мне поможешь, Джессика? Правда? Ура! У меня есть идея. Не так давно я купил две небольшие уютные лодки, которые собирался сдавать туристам, но по каким-то причинам никто не хотел брать их на прокат. Так странно, ведь кататься на лодке так здорово. По крайней мере, я так слышал. Но в любом случае, ты можешь взять одну из них и поехать на полуостров Южное Копыто. Как считаешь, Джессика? Почему я не еду сам? Эх, я... У меня аллергия на воду. Да, к сожалению. Поэтому я сам не могу. Лодка находится внизу у моста, между пристанью и пляжем. Удачи! Лодка оказалась разрушенной и затопленной водой, поэтому возвращаемся к Джеймсу сообщить об этой неприятной ситуации. Ты уже была на полуострове Южное Копыто? Нет? Ты говоришь, что лодка сломана? Смешно! Я же заплатил 10 шиллингов Юрвика за каждую лодку. Может, там просто одно или два отверстия на дне? Так это совсем неплохо, послужит примерно так же, как и кондиционер в машине. Почему ты выглядишь так подозрительно, Джессика? Хорошо, хорошо. Возможно, что лодка и не в лучшем состоянии, но у меня есть еще одна. Я сдал ее в аренду охраннику на дискотеке. Он хотел попрактиковать посадку на пляже или что-то еще. Ты можешь пойти к нему и спросить, можешь ли ты взять ее? Охранник дискотеки Форт Пинто стоит всегда в одной и той же точке. Прямо напротив дискотеки. И неважно, работает она или нет. Внимание! Джессика, чем я могу тебе помочь? Ты хочешь взять мою лодку? А, так ты имеешь в виду ту, которую я одолжил для тренировки важных маневров. Я называю это операция «Железный таракан». К сожалению, есть мало лодок, которые можно занять. Моя практика посадочных упражнений стала слишком реалистичной, даже для меня. Не нужно терять времени, я понимаю, что ты на важном задании, Джессика. Сообщаю тебе об операции «Железный таракан». Вчера в 04:07 я вышел в море со стороны Форт Пинто.
Немедленно и бесшумно я начал двигаться в сторону пляжа, и сразу за мостом я увидел сторожевой пост. Момент неожиданности был потерян, и я дал полный газ, чтобы успеть приплыть к берегу раньше, чем противник среагирует. Вдруг я услышал сильный хлопок. Я подумал, что это мина, и бросился в воду. Потом я понял, что это взорвался топливный бак на десантном судне. Я приплыл к берегу и отступил к форту. Охранник противника не показался подозрительным, поэтому никакой опасности не представлялось, и я дал себе указание, чтобы прекратить тренировку. А что с лодкой? Понятия не имею. Я еще не успел проверить местность. Мне в первую очередь надо поменять лампы и почистить дискошар. Во время моего отступления я видел, что Элин пробежала. Это охранница на пляже у форта Пинта. Может, ты могла бы ее спросить, что же случилось с лодкой? Отличный день сегодня, так не считаешь? Привет, меня зовут Элин, и я охранница на пляже. А как тебя зовут? Происшествие с охранником? Мне показалось, что это его я и видела, как он крался через кусты. Он выглядел очень озадаченным. Видела ли я, что случилось с его лодкой? Знаешь, когда я услышала хлопок, то прибежала сюда. Так что я не видела само происшествие, но все, что оказывается в воде, обычно прибивает на мыс, за пляжем. Если его лодка не потонула, то она, скорее всего, там. Если ты найдешь лодку, то приди и расскажи мне. Мне надо убедиться, что она не представляет опасности для гостей пляжа. Мы нашли лодку, и, конечно же, она не в самом лучшем состоянии. Надо вернуться к Эвелин и все ей рассказать. Ты нашла лодку? Только часть от нее? А почему ты так заинтересована этой старой лодкой? Тебе нужна лодка, чтобы попасть на полуостров Южное Копыто. И говоришь, что другая лодка Джеймса почти в таком же плохом состоянии. Слушай, возможно, эту лодку можно починить. Всегда можно попробовать, правда? Сейчас здесь все довольно спокойно, так что я смогу тебе помочь, если хочешь. Если другая лодка сломана, тебе нужны части, чтобы ее починить. Может, есть что-то из обломков, что ты можешь использовать? Я могу пойти и взглянуть на твою лодку, пока ты ищешь по пляжу подходящие детали. Что скажешь? Отлично. Пойди вдоль мыса, где ты нашла обломки. Все, что не потонуло, приплыло туда. Увидимся у причала, где твоя лодка. Привет снова. Я вижу, что ты нашла очень много хороших деталей. Думаю, что они нам пригодятся. Джессика, я думаю, что не будет проблем, чтобы укрепить корпус твоей лодки этими частями. Просто тебе нужно найти какой-то клей или другие крепежи для соединения деталей. Двигатель на твоей лодке – это уже другая история. Тебе надо найти мотор в обломках, чтобы иметь шанс починить его. Ты говоришь, что не нашла двигатель? Я предполагаю, что он потонул, когда бензобак взорвался на сторожевой лодке. Вероятно, что он лежит на дне, недалеко от купальной зоны. Пойди и посмотри, сможешь ли ты его вытащить. Вот якорь от твоей лодки, который будет хорошим крючком для рыбалки на мотор.
используй веревку, чтобы вытащить двигатель. Приходи обратно, когда найдешь. Я попытаюсь придумать какой-нибудь способ использования частей, что ты нашла. Отличная работа. Теперь у нас будут детали, которых хватит и даже будет на запас. Джессика, я думаю, что я смогу завести двигатель. Я работала механиком на базе металлолома города Юрвик, прежде чем стать охранницей здесь. Там я почти не видела солнца, так что считаю, что смена работы была одним из лучших решений в моей жизни. Итак, на пристани я видела бочку с раствором, который можно использовать для герметизации корпуса. Бочку должны были отправить моему другу-строителю Дональду в Ярлхейм, но она уже несколько недель стоит на пристани. Скорее всего, капитан корабля просто забыл о ней. Сможешь поехать туда и забрать ее? А я напишу Дональду и спрошу, можно ли нам ее взять. Я уверена, что он не будет против, так что отправляйся на пристань. Сразу берем второе задание. Да, этот мотор мы заведем. У меня есть инструменты, которыми ты можешь пользоваться, но сначала не могла бы ты мне сделать одолжение? Ты знаешь, вчера я купалась у мостика на другой стороне форта Пинта. Это было вечером, как раз в то время, когда охранник на своей лодке попал в то приключение. Когда я услышала хлопок, то побежала быстрее к пляжу, а моя одежда осталась там. Не могла бы ты мне ее привезти? Спасибо, Джессика. Начнем с герметика. Теперь едем искать вещи. Мы нашли все необходимое для задания. Теперь можно возвращаться к Лин. Точно, именно эту бочку я имела в виду. О, сообщение от Дональда. Он пишет, что мы можем взять столько герметика, сколько нам понадобится. Он говорит, что обычно никогда не бывает нехватки герметика. Звучит отлично, Джессика. Дональд знает, о чем говорит. У нас повысился уровень, и наконец-то Джессика достигла 9 уровня персонажа. А это значит, что в следующем видео мы дадим ей возможность закупиться новыми вещами и амуницией, чтобы преобразить свой образ. О, спасибо, Джессика! Это моя самая любимая одежда, и я переживала, что она пропадет. Теперь осталось использовать герметик, чтобы загерметизировать корпус. Имея детали, которые ты нашла раньше, не составит труда, чтобы сделать ее непротекаемой. Я буду ждать здесь. Обращайся, если будут вопросы. В
Вот мои инструменты, Джессика. Я не использовала их с тех пор, когда работала механиком в городе Юрвика, но они все еще в отличном состоянии, как ты видишь. Ты ведь знаешь, как ремонтировать мотор лодки? Ну конечно, извини, что спрашиваю. Удачи и обращайся, если будут вопросы. Прекрасно, теперь этот корпус не пропустит ни капли воды. А ты не совсем плохой механик. Думаю, что даже смогла бы устроиться на работу механиком, если бы сама захотела. Двигатель выглядит так, будто его вчера доставили с фабрики. Ну вот, Джессика, твоя лодка теперь как новая. Осталось только залить бензин и можно ехать. Бензин? Разве Джеймс не дал тебе бензин? Да, без бензина ты далеко не уедешь. Наверное, лучше тебе поехать к нему и попросить бензин. Мне надо идти продолжать охранять пляж. Было очень приятно встретиться. Здорово было снова использовать свои старые знания. Не так часто это выпадает в последнее время. Ха-ха. Удачи тебе на полуострове Южное Копыто. Увидимся. Привет, Джессика. Ты уже была на полуострове Южное Копыто? Говоришь, тебе нужен бензин? Бензин это так дорого. Тебе он действительно нужен? Ты не можешь грести? Хорошо, хорошо, я понял. И этот маяк должен снова светить, иначе это катастрофа для продвижения моего бизнеса. На данный момент у меня немного сложновато с финансами, Джессика. У тебя нет какой-нибудь идейки о том, где можно достать дешевый бензин? Стив? Говоришь, у него есть большая цистерна с бензином? Ты думаешь, что он даст бензин? Великолепная идея, Джессика. Тогда бензин достанется бесплатно. Быстрее, поедь к Стиву и забери бензин. Не теряй времени. Если вы проживаете в домашней конюшне фермы Стива, то вы можете просто туда телепортироваться. Или же доехать своим ходом. Ну а я использую коневоз. Добрый день, Джессика. Бензин? Да, это можно найти. Говоришь, что тебе нужен бензин? Да, конечно. Что не сделаешь для хорошего друга? Мне бы тоже надо немного бензина для моих машин. Знаешь что? Джессика, возьмите две пустые канистры, наполни их обе и одну оставь себе. Хорошо? Отлично, скоро увидимся. Две канистры бензина. Одна мне, одна тебе. Приятно было снова встретиться, Джессика. Вот канистра до краев, наполненная топливом. Удачи тебе и передай привет Джеймсу. Вот канистра до краев, наполненная топливом. Удачи тебе и передавай привет Джеймсу. Привет, Джессика. Ты получила бензин у Стива? Он дал тебе целую канистру? Бесплатно? Стив действительно не знает, как делать бизнес, но я не жалуюсь.
Чего ты ждешь, Джессика? Поедь к лодке, залей бензин в бак и вперед, к полуострову Южное Копыто. Поторопись, ведь без туристов Форт Пинто пропадет, или, по крайней мере, мой бизнес. Пока. Бензиновый бак до краев наполнен топливом. Фух, ну вот, наконец-то подошло время направиться к полуострову Южное Копыто. Теперь у нас есть активная лодка для перемещения между Форт Пинто и Южным Копытом. Давай же туда отправимся. Ты направляешь лодку в сторону полуострова Южное Копыто. Плыви на полуостров Южное Копыто. Дорога ведет наверх. Возможно, ты встретишь кого-то, если поедешь этой дорогой. На Южном Копыте находится ферма, на которой можно найти в продаже два вида пони. Также на самом полуострове продается еще третий вид пар. Никаких людей. Ты прислушиваешься, но единственное, что слышишь, это только ветер. Где-то здесь должен быть кто-то, кого ты можешь спросить о том, что же случилось с маяком. Ты решаешь поискать во дворе. Поищи людей. Ой, как ты испугала меня! Привет, ты кто? Джессика, очень приятно встретиться с тобой. Меня зовут Холли. Я только вернулась с другой стороны полуострова, каталась там на серфинге. В это время года не найти нигде в мире лучше волн, чем там. Да, кстати, ты видела моего мужа, Эрика? Нет? Мэдисон? Это моя дочь. Ее тоже не видела? Ты не встретила ни одной живой души? Странно, но ведь они должны быть где-то. Давай поищем во дворе и, вероятно, кого-то мы найдем. И ты тоже никого не нашла? Странно, я начинаю переживать. Никого нет. Очень загадочно. Кстати, почему ты здесь, Джессика? Маяк погас? Что? Должно быть, это случилось, пока меня не было. Не помню, чтобы раньше такое было. А теперь еще вся моя семья пропала. Что-то точно произошло. Быстрее, нам надо к маяку. Возможно, что они все там. Следуй за мной, Джессика. Думаю, на этом мы пока что приостановим прохождение данного приключения, так как сюжет полуострова Южное Копыто очень длинный и не хватит даже 30 минут, чтобы отснять абсолютно все. Поэтому ожидайте вторую часть данной сюжетки буквально
на следующих выходных. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, какие у вас воспоминания связаны с открытием полуострова Южное Копыто, как давно вы его открывали и что вам понравилось больше всего в изучении данной локации. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео.